Во всем зале нет свободных мест. Руководство Узбекского драматического театра, а именно в нем был показ, даже распорядилось поставить дополнительные стулья в проходах. На экране история становления дружбы между узбекским и казахским народом. Біз мәңгілік өмір сүруді көксеген Қорқыт-ата жырларынан сонау ықылым заманнан бергі тарихымыз тек жаугершілікпен өткеніне көз жеткіземіз. После показа фильма на сцену вышел Заотбек Турузбеков, который отметил, что развитие двусторонних отношений с Узбекистаном является одним из основных направлений внешней политики Казахстана в Центральноазиатском регионе. Два братских государства, Казахстан и Узбекистан, связывают глубокие исторические корни, общее культурное наследие и крепкие добрососедские отношения. Думаю, что фильм имеет огромное значение для укрепления и дальнейшего развития нашей дружбы. Кроме того, для южно-казахстанской молодежи фильм имеет и воспитательное значение. Молодой аудитории был интересен экскурс в историю взаимоотношений двух народов и свидетельство теплых личных отношений между двумя лидерами – Нурсултаном Назарбаевым и Исламом Каримовым. Дружбу между двумя лидерами я лично оценил в 90-х годах, когда был акимом Южно-Казахстанской области. Тогда регион испытывал трудности с подачей газа, электричества и поливной воды. Благодаря доверительным отношениям двух президентов мы смогли решить эти вопросы. Испокон веков казахи и узбеки являются братскими народами, имеют одни корни, схожие обычаи и традиции, бытовые устои. Заотбек Турузбеков отметил, что патриотизм должен стать приоритетом воспитания молодого поколения, а патриотизм не мыслим без уважительного отношения к братскому народу, с которым Казахстан связывает и общие границы. Алимхан Дюсенгалиев, Константин Исупов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Отрар».